Всем приветики. В общем, предыдущий сетевой фильтр я вернул в магазин, а купил себе новый. Они так и не хотели его принимать. Типа, ну вообще не хотели. Когда я попросил жалобную книгу, только тогда, типа, вернули. То есть, жалобную книгу им меньше хочется, чтобы кто-то заполнял, чем вернуть товар. Хотя, когда возврат, я так понимаю, тоже что-то такое не очень приятное, наверное. Но я не знаю, как там в торговле. В общем, суть в том, что заменил я. А этот фильтр не лучше оказался. Я возвращал тот из-за того, что кнопка была вся зацарапана. А здесь... Ну, здесь тоже она, не сказать, такая, чтобы новая. Тоже он в каких-то царапинах. И еще корпус. Здесь вот скол. А здесь вообще... Он дырка такая, он аж насквозь. Хотя написано, что корпус противоударный и тугоплавкий. Не, ну вообще это вроде как качественный. Тут и провод потолще, чем там был прям поменьше. Здесь 16, и он выдерживает 16 ампер, а там 10 всего лишь выдерживал. И гнется как-то так помягче, там так туго гнулся, а здесь помягче гнется. Потолще выдерживает больше. Ну и плюс... Здесь еще, типа, видимо, тоже предохранитель есть, как там, но там он был в выключателе. А здесь он, видимо, вот он тут, если вдруг что-то случается, оно вырубает, и ты, типа, нажимаешь reset и сбрасываешь предохранитель. А так тоже с кнопкой. Плюс еще в том, что здесь все закрыто, ничего туда не попадет. Ну, по идее, он лучше, чем тот, помощнее, посерьезнее, и стоит дороже. Но здесь, ну, то есть, не сильно, он просто последний был. Видимо, валялся на складе уже давно-давно. Тоже вот небольшой скол такой. И дырка. Ну и тоже выключатель немножко затертый. Но так в целом получше. У меня есть точно такой же белый. И он, ну, типа, нормальный. Еще здесь вот эта штука кривая. Так что, ну, в плане внешнего вида он тоже не сильно отличается от того, что тоже весь такой потрепанный. Я возвращал именно из-за внешнего вида. Ну, плюс там качество мне не понравилось, что... Какое-то оно все такое на вид кажется не очень надежно. Здесь-то вроде понадежнее. Ну, видно, что такая серьезная штука, но тоже внешний вид немножко подпорчен. Вот. Такая вот покупка. Замена того на этот. Вот так он называется. Такой вот сетевой фильтрик. Ну и инструкция у него тоже имеется. Ну, типа, вот руководство по эксплуатации. Типа, больше всего может, лучше всего умеет, наверное. Не, ну, там больше было расписано, на самом деле. Именно про сам удлинитель, что он там. Ну, здесь уже на английском то же самое. Типа, что у него там и встроенный выключатель, предохранитель, все такое. Здесь про предохранитель не слово. Но я думаю, что раз там есть кнопка reset, то это значит сброс именно этой самой вот предохранителя, который, если что, отрубает, а кнопка возвращает в обычное состояние. То есть, видимо, она разрывает, а ты кнопкой соединяешь, видимо. Вот. Такая вот покупка. Ну, на этом все. Всем покедова.